компания Carolus Trees из Нью-Ве Керкена в течение многих лет удерживает лидерство на рынке саженцев в Бельгии. На сегодняшний день Carolus Trees, поддерживая производство на уровне около 2 миллионов яблоневых и грушевых деревьев, осуществляет поставки садоводам по всей Европе и Центральной Азии. Также компания проводит испытания в Южной Африке и Чили. Более 85% деревьев выращиваются на экспорт. Carolus Trees – это больше, чем питомник. Предприятие имеет продуманную систему логистики. Клиент получает нужное дерево в требуемый срок. Мы производим работы по пересадке взрослых растений, если вам необходимо планировать на 2-3 года вперед, и вы работаете с живыми растениями. Команда Carolus Trees сегодня насчитывает 30 опытных сотрудников, а в пиковые периоды мы привлекаем до 130 сезонных рабочих. Компания является партнером ABCZ Group – международной организации, специализирующейся на селекции новых видов груш и яблок, поэтому постоянно исследует отрасль садоводства для наилучшего удовлетворения постоянно меняющихся потребностей производителей фруктов и прочих участников рынка. Carolus Trees в недавнем прошлом пережила несколько крупных преобразований. Так, с сентября 2017 года выращивание деревьев осуществляется под маркой Group MC, являющейся динамично развивающейся и гибкой инвестиционной группой, штаб-квартира которой расположена в Хассельте. Благодаря этому изменению предприятие успешно развивается и осуществляет международную экспансию. Высокомотивированная команда Carolus Trees, ежедневно уделяющая значительное внимание развитию и выращиванию деревьев, помогает предприятию завоевать Европу и мир.